Привет всем! Привет, Live TV! Да, вот так вот. Сегодня вот прогноз, да, но прогноз не на футбол, не на теннис, а на хоккей, да. На поединок между командами Нью-Йорк Рейнджерс и Каролина Харрикейнс. Да, то есть прогноз на данный матч. Вот вы удивлены, наверное, Да, вас удивило наверняка то, что прогноз сегодня необычный, да, вот так. Да. Если вас это удивило, ставьте лайк. Если для вас это не удивило, тоже ставьте лайк. И опять же, хотелось бы напомнить всем, кто забрел сюда, да, скажем, прогуливаясь по интернету или вообще, да, как бы для всех, короче, да, что прежде чем вот видеопрогнозом ознакомливаться, включайте HD-качество, ёпта, да, включайте HD-качество на Ютубе, там, где ребристый кружок настройки, да, в правом углу нижнем, да, ребристый кружок найдите, нажмите кнопочкой мышки на него, да, по-моему, нажимать надо было... В общем, разберетесь, да, и ставьте 720 HD качество. А то вот не поставят 720, а ставят 360. И потом начнется. Ой, там то, все там, да. Поэтому, а ну-ка, собрались, да. Нажали HD качество и вот так вот. Вот такое вот начало, да. Теперь о прогнозе. Да? О прогнозе. О прогноз. Так вот, да, вот, сначала ознакомимся с ситуацией в турнирной таблице. Нью-Йорк Рейнджерс, да, или как их называют, Рейнджеры, да, сейчас на третьем месте в Восточной конференции. Да. Команда довольно много забивает, пропускает, кстати говоря, в данной конференции меньше всех. Ну, Вашингтон еще тоже меньше их пропустил. Ну, на одну шайбу больше. Вот так, да? То есть пропускают довольно мало. 50 шайб. И то, нужно учесть, что они в прошлом матче проиграли Филадельфии 0-3. До этого проиграли еще Монреалю, да? Дома на своем поле 1-5. И 4-3-4 Бостону. То есть они за эти три поединка пропустили 12 шайб, да? 12 шайб пропустили. Три проигрыша у команды, да, сейчас. Вот так вот. Каролина, да, Каролина на 14 месте. На 14 месте сейчас, да. Команда 20 очков. Вот у Нью-Йорка 34 очка, да, у Каролина 20 очков. Нью-Йорк вообще дома неплохо играют, да, на первом месте. Вот у нее 10 побед, там проигрыши тоже есть, ну что поделать, да. У них больше всех побед дома, да, на данный момент в этой конференции. Да, вообще они лучшие дома, да, как вы поняли, да, вообще идеально. У них, кстати говоря, вот тут неплохая, скажем, мало пропускают дома, ну и забивают нормально, да. У них лучшие такие, скажем, вот. В общем, Рейнджерс дома круто, да, но у них дома уже два проигрыша. Это, как уже говорилось, крупный проигрыш 1-5 Монреалю. И Филадельфии 0-3, то есть 1-8 общий счет, да. И вот теперь поединок с Филадельфией, с Каролиной. Каролиной, да. Каролина в гостях на данный момент занимает последнюю строчку, да, по играм в гостях, да. То есть команда сравнительно много, не так много. Это 30 шайб НХЛ, да, вообще в хоккее это не так уж и много. В общем, очков у них меньше всех, 9, да, в данный момент. Вот так вот. То есть забитых шайб тоже меньше, да, там, чем у Рейнджерс, там, на 23 шайбы. Пропущено больше на 16 шайб, да, скажем. Вот так. Поэтому Рейнджерс, да, скажем. И лички тоже, вот личные встречи. Вот был матч, когда Рейнджерс на своем поле выиграл у Каролины 11 ноября. 3-0 выиграл тогда. Так, да, 3-0 выиграл Рейнджерс.
в том поединке. Да. Вообще у Рейнджерс крутая серия, да, была из побед вот здесь, да. В общем, Рейнджерс, как вы поняли, дома против Каролины. Итак, видео про прогноз на данный матч, да, прогноз на данный матч таков. Победа Рейнджерс, форин, знаете что, я вот что подумал. Я вот что подумал. Я подумал такую вещь, что на этот матч два прогноза может быть, в принципе. Даже три, да, два прогноза, да. Первый из этих прогнозов это фора 0, да, то есть победа Рейнджерс с форой 0, да. Это коэффициент на данное событие 1.37 в среднем, да, это один прогноз, да. Ну вот сейчас тут еще второй прогноз, да, как бы можно сделать. Это на победу Рейнджерс с учетом овертайма. Коэффициент тоже где-то чуть примерно, ну, чуть выше, может быть, будет, да, там один, там, 40 с чем-то, да, примерно, где-то так. То есть два прогноза. Ну, так вот, скажем, да, вот на данный матч, да, вот там вот такое вот дело. Да. Еще, да, вот вы по поводу прогноза пишите внутри в комментариях мне, там ваше мнение оставляйте, да. Если честно, мне ваше мнение не очень интересует. А, я вас подколол, я вас пошутил, да. Ваше мнение меня интересует, поэтому оставляйте в комментариях его, да. А вы уже повелись, думали, типа, вот раз мне ваше мнение не интересует, значит, вы можете. Там, да, я вас развел, да. Ну, в общем, вот так вот, да. Скажем так, я вас разыграл. Ну ничего, ничего, да. Поэтому оставляйте в комментариях, ставьте лайки, да. Еще. Хочется сказать одну вещь. Но, наверное, это не в этой рубрике, да. А вот такой вот прогноз на данный матч, да. Что Рейнджерс может после наконец-таки выиграть данный поединок, да, вот что. Такой вот прогноз на данный матч, поэтому с форой 0, ну или с учетом овертайма, это тоже может быть как вариант, да? Вот так. С учетом овертайма, да? Чистую победу Рейнджерс, в принципе, да, там в экспресс или там, ну, это как чисто сами понимаете, сами думаете, да, вот так, скажем, да, вот так. Знаете, а мне с вами еще хочется сейчас здесь, ну, общаться, да? Но сами понимаете, рубрика, все такое, да. Поэтому вот так вот, да. Да, вот так. Что еще хотелось бы добавить вот по поводу данного прогноза? Хотелось бы добавить вот так. Это НХЛ, хотелось бы напомнить. Зато вот некоторые вот сейчас посмотрят, думают, что это за прогноз, что за команды? МЛС? МЛС вроде нету, да, там Нью-Йорк Ред Булл, да, или там, да, вот. Что это за команды? Рейнджерс. Бейсбол? Бейсбол? Не, вроде нет. Американский футбол? Не, вроде. Но это НХЛ, и хотелось бы напомнить, да, что это НХЛ, да, чтобы не удивлялись, да, вот так вот. Да, вот так. Поэтому вот такой вариант. Да, вот Нью-Йорк Рейнджерс, США, НХЛ, NHL. Да, вот так вот. Да. Вот так вот, да. Рейнджеры есть и в бейсболе. Это хаски рейнджеры, да, я так понимаю. Да. Вот так вот, да. Ну, в общем, вот так вот. Такие вот дела, ребята. А, рубрика в конце, да? Вот сейчас быстренько викторина. Угадай мелодию. Итак, вам предстоит угадать сейчас мелодию. Что это за мелодия? Из какой ансамбль, группа, альбом? Короче, песня какая, да? Ну, итак, озвучиваю. В общем, да, вот это вам скажем так, ребус, да, угадай мелодию, угадайте, откуда эта мелодия, что за песня, что за исполнитель, и отписывайтесь, да, там, пишите в комментариях и так далее. Окей, ребята, давайте, все, е.